Здравствуйте, друзья. Мы уезжаем из деревни. Едем 180 километров до районного центра, село Октябрьское. Это в 70 километрах от Оренбурга. Переночуем у сестры и поедем дальше. Сегодня солнечно, но ветер, сильный ветер. С утра прям было холодно, но солнечно. Я хочу показать вам красоты нашей природы, Уральской и Башкирии. Кому не интересно, можете перемотать. В конце я вам покажу свой сад. Посмотрим изменения, которые произошли за 12 дней, которых нас не было. Посмотрите, какие поля, какие живописные картины. Оставайтесь со мной, будет интересно, красиво, живописно. Я не буду постоянно комментировать, только изредка. А вы сами посмотрите, полюбуйтесь природой весенней, как она изменилась за эти 12 дней. Когда мы ехали в деревню, березки только-только начинали распускать листочки. А сейчас они уже полностью распустились. Вот мы уже повернули на Октябрьское. Сейчас будем проезжать речку Салмыш. Она очень сильно в этом году разливалась. Очень сильно. И заливала большие площади. А вот здесь вот река так сильно подмывает. Смотрите, какой овраг уже образовался. В этом году все реки полноводные. Не знаю, как за лето они пересохнут, насколько. А это начался районный центр. Село Октябрьское. А вы знаете, почему называется село, а не деревня? В деревнях не было церквей. А если была церковь, то эти деревни назывались селами. Правильно я выразилась или нет? Поймете вы или нет? Про это мне рассказала мама. Она или в интернете где-то прочитала, увидела, или где-то еще. Я об этом никогда не слышала. А вот и церковь. Очень красивая территория, внутри там у них ремонт прошел, хороший в церкви, красиво очень. А это центр Октябрьского. Мы немножко опоздали на концерт, который проводили дети из музыкальной школы. Мы успели на последнюю песенку только. Они теперь по дворам у нас. Почему? Да, ловит звездочки.
Петя железный дед. От Европы и до Азии здесь буквально два шага. Дети и танцевали, стихи рассказывали и пели. Молодцы такие. Идут из одного двора в другой двор и так далее. И развлекают жителей. Туда уж не пойдем. Несколько лет назад здесь организовали вот такой красивый парк. Аллея славы. Вон тот пулемет снять. Вот так тепло и ясно и солнечно было 7 мая. А утром 8 мая мы проснулись, шел дождь, было пасмурно и ветрено. И вот так шикарно цвела яблоня под окном. А здесь закончился асфальт. Это место, где граница двух районов. Октябрьский район Оренбургской области и Башкирия. И моя мама сочинила стих и про это, про границу между районами. И эта граница 6 километров, не асфальтированная, осталась и никому не нужная. И в грязь здесь, конечно, плохо очень ехать. Сейчас дорога неплохая.
А вот в этом месте обычно плохо ехать всегда. Здесь низинка и не сохнет, грязь бывает. На протяжении всей дороги ветер бешеный, дождь то срывается, то затихает, то ливень идет. В общем, веселая дорожка у нас была. Но доехали, слава богу, хорошо. 6 километров. Закончились, выезжаем на асфальт. Ура! Это районный центр Ищенгулова. Вот здесь мемориальный комплекс к Дню Победы. Мы едем по Башкирии. Посмотрите, какие живописные места здесь. Горы, леса, реки. Мы ехали в деревню 27 апреля, и по обочинам везде цвели розовые и желтые, немного желтых цветов. А сейчас посмотрите, какие поля желтых-желтых цветов по всей дороге. Вот отъезжая от Октябрьска мы уехали, и по Башкирии вот сейчас едем. И везде эти желтые цветы. Что за цветы, я не знаю. Кто знает, напишите, пожалуйста, что сейчас цветет на Урале и в Башкирии. Проезжаем деревню Кугарчи. Возможно, неправильное ударение. Поправьте меня, кто знает, как правильно произносится.
А это Ямашлинское водохранилище. Я вам его уже показывала. Ветер вырывает у меня телефон из рук. Такой сильный ветер. И всегда, когда едем мы в деревню из деревни, всегда или навстречу, или в бок нам дует ветер. И опять огромные поляны желтых цветов. Посмотрите, как красиво. Что же это за цветочки такие? Мне вот прям интересно. Донник? Еще рано для донника. Я знаю только донник. Еще какие-то цветы желтые. Но название я не могу вспомнить. Кто знает, подскажите, пожалуйста. Интересно. Мужу тоже стало любопытно, что за цветы. Говорит, если они пахнут, я их сорву и положу в машине. Вот он пошел рвать. Под дождь пошел. Вот эти цветочки вблизи. Посмотрите, подскажите, что за цветы? Запах есть у этих цветочков все-таки. Мне, например, он не очень понравился. Он не очень сильный, но не сказать, чтобы очень вкусно пахло. А на этом участке опять вот видны березки, бедолажки. Все они наклонены сильно-сильно после той ледяной ночи. Ледяного дождя. Весь лес был в ледяном панцире. Я уже рассказывала вам. Кто смотрел, ссылку на то видео я вам оставлю в описании.
Мы проехали на Равчатку. Подъезжаем к Агаповке. Вот так разлился Урал. Посмотрите. Есть рыбаки. Мой муж рыбак и на все реки заглядывается, где стоят рыбаки. Что они там рыбачат? Посмотрите, как далеко разлился. Такое редко бывает у нас. Вот мы и приехали в город. Проехали бензозаправку. Самый дешевый бензин у нас 45,50. А по Башкирии и Оренбургской области 49 с лишним. Ну, здравствуй, сад. Не было у нас больше недели. Вот здесь сколько всего расцвело. Ой, целое озеро незабудок. И вот этих цветочков, кто знает, как название. Синенькие и желтенькие. Хвосточка. Прелесть моя. А стильба. О, два кустика у меня здесь. Вон целое озеро. Смотрите, яблонька собирается цвести. Яблоки очень вкусные. Груша отцветает уже. Пойдем. Сначала обсмотримся. Да. Здорово, сад. Ох, отравище уже выдано. Баданчик. Так, а это груша. Но она зимняя. Она, может быть, позже будет цвести. Что-то признаков цветочков нету. Нету. Вот это тернослив, наверное, рогатый. Цветет. Абрикос отцвел, который невкусный. Красная смородина вся в цвету. Баданчик отцвел. Пойдем в огород, в теплицу. Что там наша редисочка? О, земляничка цветет. Ну и как там? Как там? Ну-ка, покажи. Ух! Колосится редиска. Что ты делаешь? Это... Прикрываешь? Да, чтобы это маленько. А где твои огурцы? Вон, зашел. Вон огурец. Огурчик. Один, что ли, так посадил? Один, ну, это, который, помнишь, ты потерял на диване, когда доставалось. Я просто принес стаканчик, он воткнул. Понятно. Растет. Что здесь у нас дождь. Всю дорогу дождь шел, пока мы ехали. Это что-то. Ой, а сколько одуванчиков земляники. Не зря мы будем ее перепахивать после урожая уже. Ой, щавель какой. Ух, на пирожки, на щи. Ладно, закрываю теплицу. Хорошо. Сейчас мне задание высадить землянику. В дождь буду сажать. Ой, вишня вся в цвету. Вся. И это вишня. И белый налив зацветает. Белый налив. Где там цветочки? Не вижу. А, вот они. Вот они. Ну все, пошли работать. Всем всего хорошего, здоровья, счастья. До скорой встречи.